Всем доброго-доброго утра. Сегодня у нас пятница, 14 июня. Там у нас рассвет где-то пытается. Время 4 утра. Какая красота, тишина, поют птички. Всем доброго-доброго утра. Но с этой стороны небушка тяжеленькая. Но ничего страшного. Еще фонари горят. Их так поет красиво. Кто любит такую же тишину, напишите. Пение птиц. Обожаю. Просто обожаю. Кстати, сейчас посмотрю, сколько на градуснике у нас. В принципе, тепло. Сейчас покажу. 17,6. С крыши немножечко моросил дождик. Немножечко был, капает сверху. И все, ребят, всем теперь точно доброго-доброго утра. Добрый-добрый день. Там было доброе-доброе утро. Да, Сереж? Сергей Васильевич. Здравствуйте. Люди добрые. Сережа, сидим в таком парке небольшом. Аллея в парке, да, или как? Время у нас 4 часа дня. Мы с Сережей вышли во сколько? Около двух, да? Во втором часу где-то примерно. Ну, по второго, грубо говоря, вышли. На улице в тени 31 было. Угу, много проводов. Ну, на солнышке, наверное, 35 есть, да? Если не больше. Если не больше. Хорошо, хоть ветерок чуть-чуть дует. Ходили в поликлинику. В понедельник уже пойду на работу. Такие тоже интересные. Она говорит, вы выздоровели? Я говорю, ну так-то еще есть. Как бы это, ну кашель беспокоит. Кашель, ну кашель может быть до полугода. Я говорю, как до полугода? Ну это нормально, остаточно, он до полугода может быть. Так я, блядь, так я до полугода еще, хрен знает, сколько еще осень впереди, заболеть могу, блин, как так до полугода? Ну ладно, потом я говорю, ну она такая, вас выписывать? Я говорю, ну вы как считаете, выписывать меня, не выписывать? Вы же врач. Она, ну 2 недели же уже прошло, ну я не имею там, типа, права вас держать дальше, надо вас выписывать. Я говорю, ну значит выписываете. Блядь, странно как-то. Нет, по состоянию, а по времени. Ну, что-то слабость какая-то есть еще все равно. Все равно видно сильно этот раз.
заболела. Сейчас проходили остановку Главпочтамт, камеру не включила, потому что жарко, эти людей много. Остановился автобус синий, вот этот, ну, Питеравто. И стоит, сколько мы считали, 6 человек контролёров? Это когда туда шли, когда... шли. И оттуда. Четверо. И двое стояли возле этого. Четверо, вот, которые к автобусу подошли, и двое стояли возле самой остановки. 6 человек. И это... Больше, чем автобус. Ага. Люди оттуда, этот говорит, мне ехать надо, я по времени что-то не успеваю. А контролеры себе говорят, по этим, в автобусе духот, ну, по-любому, наверное, душно. Потому что они думают, что они вон все едут, все задницы открытые, все кипят, Сережа говорит. Это... И вот странно, волгабусы все за, это, с открытыми этими капотами, сзади вот этими щитками. КамАЗы, автобусы тоже КамАЗ. Такой же синий. Все закрытые. Какая разница? Неужели КамАЗы лучше, чем эти волгабусы? Выходит, что да. То, что эти волгабусы, как ни посмотришь, они даже зимой кипят, не бывает. Плохо его знает. Стоит, с него все бежит, как этот вот, зимой сколько раз видят. То ли что-то лопается где-то, то ли что. Качество такое, видать. Самые дешманские закупили сюда, запихнули в Сибирь такое. Как вот? Я вот приходилось мне ездить, я ни разу не видел зимой, что было. Не часто, но было дело ездить в прошлую зиму, в эту зиму, раз несколько. Чтобы в нем было тепло. Печки, как всегда, в прошлом году кипиш был там. Кузнецов кипишевал, то, что печки там все это. Как был бардак, так и остался в этом году зимой приездить тоже. Конечно, когда это жара, духота относительно, то и в них вон едут. Кондиционеры должны стоять, у него все форточки открыты. Знаешь, нету там кондиционеров. Написано, что есть, они там по существу-то есть. Вон КамАЗ опять пошел закрытый. Ну, вот синий вот пошел. Второй КамАЗ пошел закрытый. Ну, первый это... А, ну вот там, ну, дальше, вот там дальше. Там вот первый тоже КамАЗ пошел. Вон он, тот КамАЗ синий, вот этот КамАЗ. Да, вот, вот тот, вот тот. А здесь вот сейчас второй будет, тоже закрытый. Это КамАЗ, Сережа говорит. Я не понимаю. Там написано КамАЗ, а вот это я не знаю. Тоже КамАЗ, наверное. Не видно, нет, это русский волгабус пошел на объявление закрыт. Да. А вот ты же включила камеру, два волгабуса стояло. Да, я в самом-самом начале два штуки пошло и оба открытые. Оба открыты. И так очень часто они едут. А, вот хозяин, наверное, ботинок нашелся. А, ну, наверное. Куда-то ходим. Мы подошли, ботинки стоят. Красные мокасины стоят. Ну, вот так вот на полу стоят, на асфальте. И никого нету. Тоже синий какой-то идет. А сейчас много КамАЗов начали. Немножечко с вами посидим, поболтаем. Сережа, ничего не готовили еще сегодня. Да. Спасибо, кто Сергея Васильевича поздравил с днем рождения. Да, Сереж? Да. Мы сейчас зайдем к нашим друзьям. Со Средней Азии. А что такого-то? Они, может быть, не средние. Они наши друганы. Может, они местные. Ну, мы просто так говорим, конечно. Ну, зайдем у них, купим фруктиков. Мы перед тем, как Сережа на день рождения, когда в понедельник, да, мы заходили к ним. Зашли, они нам на помидорчики скинули. Хорошо, прям так. Они нам всегда скидки хорошие делают. Допустим, помидоры стоят... Сколько они? 249. 249, они нам по 199 посчитали. КамАЗ. Тут написано КамАЗ. На черном. Под стеклом лобовым. И там лошадь нарисована на черном. Сейчас посмотрим. Жизнь сегодня. И лошадь. Не важно. Не знаю, это вот. Ну, он далеко, это не видно. Ну, не похоже, конечно, все. Ну, форточки открыты. Ну, радиатор закрыт, решил. Да что такая жара, что говорить? На улице, наверное, да, 35 вроде за глаза.
ноутбука нету. Почему-то зимой есть термометры, а летом убирают. Отключают их или убирают, или что, не знаю. Чтобы люди не пугались. Ну классно. Пришло в Кузбасс, пришло лето, ребят. Надо будет кондиционер в машине заправлять. Да, мы с Сережей тут сидим, думаем, в дорогу заправлять нам кондиционер или не заправлять. И что-то сегодня вышли, прям так жарко. Сейчас ветерок поднялся, прям вообще прохладно. Мы когда туда шли, ветра практически не было. Но и это, прям... Ветра не было и прям сильно так, прям жарило. Прям. Да. Там фонтанчик не видно за деревцем. Тоже народу много. Сегодня пятница. Развратница. А, ну вот я не дорассказала. Сейчас зайдем. У них, кстати, мы покупали абрикосики. Алыча. Алыча, наверное, да, не абрикосы. Но абрикосы тоже вкусные. Абрикосы и алычу мы брали, вкусные. Сейчас зайдем, у них, наверное, тоже что-нибудь, фруктики какие-нибудь купим. А может быть, абрикосы и алыча это одно и то же? Кто да, знает. Мне кажется, мы-то сибиряне, у нас такого не растет. Не, абрикосы мы в Алмате, когда ездили в гости у мам. На там и алыча растет, и абрикосы растет. Ну, я думаю, что это абрикосовое дерево. Ну, алыча это, скорее всего, разновидность, какая-то абрикоса, да. Может, мелкая. И там... Я вот это, ну да, и вот откуда я знаю, вот этот яблоко-то, это порт-то вообще, вот это действительно, блин, больше килограмма вырастало. Сейчас такого нету, наверное. То ли пере это. Вырубили это сады, говорят, в Алмате. Они такие обалденные яблоки. Вот действительно, где яблоки. Мы в том году ездили в Казахстан, в позапрошлом году не было, сказали, не было урожая на яблоки. Это, в том году еще мы были... на дачах-то или где в частном секторе, кто живет на своей земле. Может быть. У тех, может быть, еще есть. А эти, которые вот сады были государственные, говорит, все повырубывали, все попродавали землю под всякие эти коттеджи, мотеджи, да, всякие торговые центры. Я видео смотрел. Человек из Алматы жаловался на это. Дети ездили на садовую. При Советском Союзе сажали, а сейчас, говорит, новая власть все повырубила. Повырубливали все, повырубили. Покупали клубничку, стаканчик такой, на пол-литра стаканчик такой. 100 рублей. Ну, тоже они брали несколько там стаканчиков, черешня. Черешня вкусная, сладкая. А ягода, она вроде красивая, красная, все классное. Но она такая невкусная, без вкуса. Ну, мучочек заточил несколько штучек с аппетитом таким, но фигня это, невкусная вообще. Ну, дедуля велосипед обделал. Ну, что-то мы в последнее время яблоки стали плохо брать, потому что они что-то все деревянные. Да, вроде... вкуса нету. Я вкуса читал, вообще доедал, нету. То, что 10-го мы брали. А, не 10-го, как... раньше. Мы раньше, мы еще в конце мая яблоки покупали. Нет, ну вот мы как-то покупали. Где? Пятерочка. А, знаешь, когда 5 числа мы брали. Я вчера последнее доел. Там мы сколько? 4 груши брали и 4 яблока, да. По-моему. 3-4, да. Ребятишкам же, да. 4 груши. Если бы дети не помогли, до сих пор бы еще лежали. Но. Ну ни о чем. Яблоко еще куда не шло. Ну, груша полежала, что вроде бы это. Вроде как мягче стало. Ну, что-то и вкус вот это появился. Вроде бы немножко это. О, одуванчики цветные. У нас, кстати, это такой этот сильный снегопад, хотела сказать. Как он? Пухопад. Пуха столько много прям летит. Вот он, Волгабус. А мы тут, Сережа, прям в тенечечке. Вот написано, Волгабус. Жопа открыта. А, ну да. Двери вон водительская открыта. Настя шпалает. Такие кондиционеры у нас тут. Так же, как и печки. Зимой холодно, летом жарко. Да, не говори. Да, всем мы недовольны. Жарко, плохо, холодно, плохо. Нет, ну это кайф, конечно, такая погода. Что, пойдем потихоньку? А сейчас пойдем. Что-то я уже хочу прилечь. Прилечь хочешь? Устал я ходить. Тут духота, перекопали, да. Землю. Мы шли когда туда, в поликлинику. Культиватором, ага. Что-то он там положил. Ну, Сережа говорит, что-то как-то так.
могли бы лучше сделать. Ну, не лопатой все равно копать. Ну да, конечно. Ну, да, может быть, культиватор это... засадят здесь. Непрофессионал, наверное. Этим цветочками. Меня бы заставили, я тоже его ни разу в руках не держал. Может быть, тоже так. Да нет, оно засадится, это все уберется, все аккуратненько будет, красиво. Ну, да, сейчас, по идее, должны с граблями прийти, это все разбить. Вон они, голуби, кудакают. Курлыкают. Ну, это я просто говорю, кудакают. Курлыкают, ну. Белая, смотри. Грязненькая, правда. Чумазенькая. Помазок. Ну, ничего, это белое там у них. Что, серые пятна? Ну, да, но я имею в виду, все равно большая часть белая. Трава не кошенная здесь. А где я вам показывала вот эту зелень всю, там уже все скосили. Так некрасиво стало. Ну сейчас подгон подойдет, и все будет красиво опять. Опять косить надо. Ладненько, пойдем мы. У нас зайдем. Первое скосили, уже заново косить. Ну, ребят, кто-то там спрашивал в комментарии, я не знаю, говорила, нет. По поводу того, что где мы покупали мясо, грудинку и сало, что за магазин. Магазин, ну, они раньше находились в подвале, потом они переехали в другое место. Ну, названия нет. Названия у них нету, ну, во-первых. Во-вторых, он начинает помаленечку, как говорится, загибаться, так скажем. Какая красота идет. Так что, как бы... покупателей меньше стало. И покупателей меньше, и там поменялись. Одна девочка ушла, которая действительно держала этот... Ну, что-то не фокусируется. Красотка. А, блин, не подстригли там? Может, подстригли, но еще грязь. Не, стрижу. Чтобы нам кота подстригли. Ой, да, это вообще капец. Дерется со всеми. Вот приезжали все дети были, но чёчек был, сестра приезжала. Один нук не боится. Один нук напропалую на него. На него кидается, а он все равно идет, киса. Киса, кита, китя, китя. Мы его только успеваем оттаскивать от него, это что-то. Ну, Саньку он немножко это, а потом... А Сашу не боится, да. Не, ну сначала что-то дергался, а потом... Ну, это Саша, потому что частенько с ним... А уже отвыкает. Уже в дыбы, уже все. Его даже уже никто и к нему не... Ну, он, если сидит он в коридоре, то мимо него боятся пройти. Единственное, не боится, это на прополу идет внук. Я не боюсь. Ну, это ты, ладно. Дедушка идет, ножки, наверное, больные тоже. Все, пойдем. Ой, надеюсь, смотрите, да, красота какая. Боже. Этот заигрывается, это и вот. Любовь, морковь. А тут вон, смотрите, какая любовь. Это ри-та-ти-та-та. Так сидишь, наблюдаешь, блин, вообще. Опа она, а вон она, любовь поперла. Ну я этого не буду показывать. Снимай. Все, уже там прошла любовь. Как прошла? Секас был, секас. Сережа. Птичий, голубячий. Все, он курит. Нервно в сторонке. Ладно, пойдем потихонечку. Если что-то такое необычное купим, то включимся. Ну, скорее всего, наверное, уже, наверное, не включимся. Ну, хотя бог его знает. Лавочка высокая, да? Да, классно сидеть. Ножки отдыхают. Да? Ноги отдыхают. Дым-дым-дым. Я сегодня в джинсах, в кроссовках и в футболке. Потому что так надо. Сережа пожалел, что не одел шорты. Ничего не жалел. Будет время, одену еще. Свои косолапые белые ноги в глазах. Чего это косолапые? Ой! Кривые. Старость, не радость. Очки кому оставила? Кому очи оставила, не знаю. Кому-нибудь. Снимаю, не вижу. Ладно, ребят. И девчат. И девчата. Пойдем. О. Все, капец. Плохо. Полосатый мух. Да, там, посмотрите, какая длинная лейка.
Длинная-длинная, все ее про... пахали. Пропахали. В фонтане, детвора в фонтане, что ли, там плюхается. Ну, а почему бы и нет? Главное, голову не раз. В Ильинке, когда был фонтан, там постоянно летом жара, дети ныряли. Приходилось там работать. Смотришь, они там бедолаги. Зуб на зуб уже не попадает. Лягут на плиты вот эти вот ограждения. Позагорает немножко, высохнут, согреются и опять туда. Ладно, ребят, отключаюсь. Ребят, ну вот такие вот купили фруктики с Сережей. Абрикосики взяли по 250 рублей. Клубничка 650, прям ящиками люди разбирают. Но она запашистая, очень вкусная. Сюда положила на стол, нам помельче, покрупнее выбрала. Может, кто-нибудь ребятишек приедет, отдадим. Или внучочку. Посмотрим, кто будет первый, тому и отдадим. Ну, черешня. Клубника 650, черешня 410. И по 450 еще крупная прям лежала. Ну, это тоже хорошенькая, не мелкая, хорошая черешня. Вот такая вот тарелочка. Намыло, намыло. Не знаю, сколько мы будем Сереже это есть. Ну, ничего, потихоньку съедим. Все, ребят. Сейчас на улице уже на балконе буду выходить, ветерочек. На солнышке сейчас показываю 34 градуса. Учитывая то, что уже 8 час времени. Как-то так. Было больше по-любому. Уже все равно вечер. Погода потихонечку опускается. Запах клубники стоит просто бомбический. И такая вкусняшечка. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Всем хорошего, мирного неба над головой. Всем отличных выходных. Всем пока-пока.